Сейчас мы настроим. А, ну-ка говори. Давай, говори. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, Что по звуку? Что по звуку? Да я понимаю, что у тебя шоколад. Тут-то что? Нет, тебя выпустят. Да-да-да, все, давай. Вот убивай противника перед тобой, который будет. Киберспорт, нахуй. Раз на раз, честно. Опа. Где, блядь? Я захватывал флаг, на самом деле. Я делал по-другому. Я хотел делать их хитрее. Ну, давай. Так, мне дали доступ к форе какой-то. Что мы делаем-то? Просто пока дальше разминаемся. Стами Крейзи Мак, у него звездочка. Что это значит? Ой, бля, мне дали арбалет, представляешь? Он лидер, типа. Это значит. Зачем мне дали арбалет? Ну, это no. Раскликиваешься, потому что... Типа раскликивайся с арбалетом. Ай! Ебать, прикинь, выстрел, один выстрел, один труп. Это я нахуй сделал. Опа. На крысу кто-то меня подъебашил. Кто-то на крысу меня просто подъебашил. Меня тоже. Да ладно, ну тебя-то ладно. Но я-то как бы делал все по красоте. Да иди ты нафиг. Я, если что, готов упринимать. Если что, я уже взял... Что, я убил? Ебать, крыса в отряде! Ебать, крыса в отряде! Ну, пизда рулям, крыса в отряде! Ебать, ну, крыса в отряде! Просто, просто вор в отряде есть, если что. Кто пишет слово лох, тот сам лох. А-ха-ха. Как вам такое? А? Как вам такое? Кто пишет лох, тот сам лох. Как говорится, кто как называет, кто как обзывается, тот сам так называется, понятно? Кто нахуй? А, это ты что? Я, блядь, в твоей команде, ты не слышишь, что ли, орёт тот-то? Сам ты, блядь, псина, слышишь? Охуевший, чёрт, говорит, блядь. Смотри, куда стреляешь, псина, блядь. Чё, давай сейчас сразу на 3-4 высаживаемся, прям быстро, мгновенно. Как только появится парашютирование, сразу это вертикально вниз. Давай, 3-4, поехали. Нажимай прям пробел, тыкай пробел, тыкай. Мы должны быть самым первыми, давай, тыкай. Рядом с тобой чувак летит, два рядом с тобой чувака летят. Так, все, я внутри. Бля, меня уже убивают. Кто нахуй? Как это делается-то? Да идешь ты нахуй, я в тебя 7 патронов всадил. Ну смотри, я сейчас выигрываю и выхожу 100%. Короче, не нужно было прыгать с самого начала, потому что, так понятно, с самого начала прыгают вообще все. Да. Ну бля, у меня все зависло от гранаты, это нечестно. Ну смотри, я сейчас выигрываю и выхожу 100%. Выкупишь меня? Попробуй тебя выкупить, да. Ой! Ясно, выходи с этой катки, нахуй. Если бы не я, где бы ты сейчас был? Так, я за машиной, подожди. За какой машиной? Там 200 метров, окстись, блядь. А, да на машине лучше доехать. Да 200 метров, какая машина? A few moments later. Яха, муха, да какого? Я говорил, ты, блядь, иди пешком, ёбаный. Я говорил тебе, иди пешком, не еби мозги. Ты понимаешь, что ты шумом своим просто всех это... Бля, там Ксенорал ехал нас вообще-то восстанавливать, если что. Ярик, блядь, натуре. Ярик, блядь, на это Ярик на шофёре сегодня, нахуй. Ярик! Яха, муха. Ты в курсе, что топ-1 дойдем прямо? Да, вот, сейчас топ-1 будет. Ты в курсе, что нужно каждые 40-50 минут вставать и разминать жопу? Да. Ты делаешь это? Да, я каждые 40-50 минут до холодильника бегаю и разминаю жопу. Чтобы она стала толще после этого. Да. Качаю жопу. Ясно, понятно. Нахуя я тебя постоянно воскрешаю? Скажи мне, пожалуйста. Я думал, ты что на них пойдешь убивать, на самом деле. Нахуя? Ты мне сказал, воскресай меня. Я не говорил этого. Ты сказал воскресай, ты кричал прям, подними меня. Он поднимает, я сказал, а не воскресай. Так, а как они ездят, почему я так не езжу? Сейчас, ладно, я из ГУЛАГа достаюсь, и все будет нормально. Да конечно, два хедшота, сука! Два хедшота, блядь! Бля, три хедшота, прикинь, три хедшота дал, он не помер. Три хедшота, блядь.
Так, а мы же не разминались нихуя. Это у нас до сих пор эта катка идет. Да, бля, отстаньте от своей машины, не пали меня, ебаный свет. Ездит прям за мной, бля. Я тут, ебать, такой на крысу хорош хожу, он хуячит, бля. Здорово, здорово, бля. Все, тебя уже ебут. Тебя уже ебут. Да ничего нет, все нормально. Додумался, бля. Надо аккуратненько пешком. Сколько у нас времени? 40 секунд. Хули ты сигналишь, блядь? Нахуй ты сигналишь, объясни мне. Поехали. Да поехали. За какой машиной поехали пешком? Да не нужна мне машина, не нужна она мне. Поверь. Да не нужна мне машина. Дима, в машине тебя сразу не убьют. Меня так вообще не убьют, ты в курсе? Машина привлекает все. Тут чувак машину сел. Чего? Твою машину угнали, в которой мы ехали. Да она нахуй не нужна, эта машина или нет? Ты что, блядь, пристал ко мне? Машина. Не нужна мне машина, успокойся. Я патроны возьму с него. Так, все, у меня все есть, РПГ брать не буду. Мы сядем за руль. Вот где он едет на машине, давай уебнем. Да уже уехал. Да потому что, блядь, он понимает, что нехуй на этой машине кататься. В принципе, логично. Так это твой комп... с крыши работают. С какой? Может, я уже пошел на крышу. Если что, я уже здесь. Есть один здесь у меня в здании. Быстрее беги, уходи, блядь, пизда руля. Уходи, тихо-тихо, за мной бежит здесь. А, блядь, вот он. Так, над нами, чуваки. Кто над нами? Бля, над нами прям пиздец народу. Бля, меня уже убили. Я ничего не понял вообще, не пиздец. Откуда они там взялись, блядь, каким образом? Так, вижу одного. Убил. Это я убил. Ишь ты, убил, говорит, блядь. Не-не, там еще где-то. Заходит в здание, зашел в здание. Я ему броню снес. Ой, блядь, меня убили, у меня денег дохуя. Иди сюда, быстрее спасай меня. Я внизу, прямо на входе в полицейский участок. Так, там снайпер наверху. Я видел одного на крыше, мигал. Больше не видел. Там в тебя стреляют, если что. Да ладно! Так враг где мой? Так ты бегаешь просто по зрительскому трибуну. Так я вот жду, когда врага мне прикинут. Врага? Ждет, когда врага. Врага прикинут, чувачку. Врага. Бля, с обычной пистолетики сейчас разъебут, конечно. Он справа. Но он сзади. Справа был, вот там где-то смотрел. Не туда, развернись. Ну вот видишь, вот. Ебать, какое просто четкое командирование было сейчас. Говорю, развернись, бля. Развернулся и убил. Понятно, нет? Развернулся и убил. Он у тебя на крыше сидит, на бампере. Да я вижу, а. Дави его нахуй. Вот нормально. Ебать! В смысле? Ты чё ж не вылазил-то? Мину кинул, мину. Заминировали, ёпты. Бля, 13-е место у нас, нормально. В прошлый раз было 14. Нормально, да. Это типа мы должны по местам, которые вызывают вертолеты, гонять, всех убивать и летать дальше? Ебать, гениальный план, нас там выебут. Не-не-не, всё будет нормально. Опа, чувачок летит. Да. Убил его, походу. Или нет? Или нет, бля. Так, вижу черный дым. Вот зеленый дым. Все. Вон, впереди, бля. Зеленый дым, ты что, не видишь? Вижу. Так вот же что. А-а-а! Блядь! Я хотел нажать, типа, подтвердить, бля. Ебать, я вышел из самолета. Вертолет летит уже на метку. Дангар зависит от машины, совершенно верно. Да, правильно, чат, соблюдайте дистанцию 1.5 метра между сообщениями. И чё, где-то подо мной, по-моему. Бля, убивают, сука. С ракет внёс, блядь. А, красава, нахуй. Прикинь, я собрал деньги, внёс с ракет. Быстрей. Блядь, ну я его въебал, а меня кто-то въебал другой. Ну в ёбке одни происходят какие-то, так ушел. Бля, сейчас меня кто-нибудь поднял, у меня денег пиздец с собой. Кто нахуй? Кто такой, блядь? Ох, там под нами чуваков вот тут. Ой, тут сейчас будет жарко, хорошо. Да кто идешь ты нахуй, слышишь? Ты идешь нахуй, сказал! Кто такой, блядь? Хуй пойми вообще, откуда шмаляет хуй. Да. Ой, чё, разъебали, бля, я ебу.
Короче, если что, я лутаю, сейчас всех убиваю, деньги забираю, деньги сдаю, давай, выигрываю. Да-да-да-да-да-да. Сейчас так и будет. Nope. Я жду, что пока деньги никто не сдал, караул. А да кто же ты такой-то? Хуила! Кто ты, блядь, такой? Бля, хуила. Ну хаешь, хуила, а кто же еще? Это хуила. Короче, если что, я лутаю, сейчас всех убиваю, деньги забираю, деньги сдаю, давай, выигрываю. Да, да. И на этом, собственно, все. Спасибо всем, кто был. До встречи в следующий раз. Всем до свидания, всем пока. Thank you.